современном мире присутствует множество источников стресса, которые негативно влияют на наше здоровье, самочувствие и продуктивность. А раз так, то надо с этим что-то делать. Решение нашли студенты инженерной школы ДВФУ. Сергей Васнецов предложил новый способ борьбы со стрессом, создал технологию нейробос, спрограммировал устройство, с помощью которого человек учится осознанно управлять своими эмоциями. У меня лично, у людей вокруг, у друзей большое количество стресса, какая-то работа, учеба, вот это все. И я решил найти способ решить эту проблему, да, снизить уровень стресса. Вместе с Сергеем над проектом работают другие магистранты. По мнению студентов, новую методику можно успешно использовать для формирования стрессоустойчивости, повышения работоспособности, основных качеств человека. Сначала и коллеги, и друзья, они были немножко критичны, потому что они не верили, что это такое. Мы провели исследование. Там участвовали как люди, приглашенные со стороны, так и члены нашей команды. И у 100% людей улучшились показатели. Уменьшился уровень стресса и повысилась способность концентрироваться. И тогда прям все точно поверили, что да, это работает. Сеанс проводится закрытыми глазами. Испытуемый садится в удобную позу, надевает на голову нейроинтерфейс и наушники. После калибровки в наушниках появляется звук дождя, который усиливается, когда в голове много мыслей, тревоги, переживаний. Звук дождя становится тише, как только их становится меньше. Задача во время сеанса – услышать не дождь, а трели птиц. Это и есть награда за то, что вы взяли эмоции под контроль, успокоились и отключили мысли. После сеанса на экране появляется график, по которому можно увидеть, как изменяется состояние человека. По графику видно, что ты 4 раза твое состояние выходило за нормы наверх, да, и ты сознательно снижал уровень шума, снижал звук дождя. Я чувствую расслабленность. Наверное, я могу это сравнить с массажем. То есть после массажа я достаточно расслаблен, меня ничто не напрягает, и примерно такое же состояние. Преимущество технологии нейробос в том, что за несколько сеансов можно получить навык сознательного управления эмоциями, напряжением и расслаблением, без использования лекарственных средств. В дальнейшем ребята планируют посвятить время разработкам, которые улучшают зрение и снижают артериальное давление. Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев, новости на 8.